Всем привет! Хочу приготовить супчик очень простой из булгура, абсолютно без всяких заморочек. Для приготовления супа понадобится булгур 200 граммов. Булгур продается у нас вот в таких пачечках. Луковица, морковь на крупной терке, лук мелко порезать, булгур промываю. Далее добавляю кусочек сливочного масла, у меня здесь 50 граммов. Булгур сам по себе, он любит сливочное масло. Я даже когда булгур готовлю с овощами для гарнира, масло сливочного добавляю, такое приличное количество. Так вкуснее получается. Я даже нагревать не буду его, не обязательно. Все готовлю в одной кастрюле. Лук нарезала кубиками. Сразу же добавлю морковь. Ну, если хотите, можно немножко лучок поджарить, а потом добавить морковь. Я сразу все делаю. На среднем огне готовлю до мягкости овощей. Просто в маслице овощи смягчаются. Вот и все. Если вы любите зажарку делать, обжарьте. Кому как нравится, так и в принципе готовить. Можно же рецепты, я уже много раз говорила. Смотришь и что-то свое добавляешь и готовишь по своему вкусу. Какие-то идеи другие могут возникнуть у вас. Посмотрите и придумаете что-то. Морковь с луком не поджарились, а как бы смягчились в сливочном масле. Морковь мягенькая стала. Добавляю болгарский перец. У меня замороженный, красный. Можно свежий, любой. Перец сейчас немножко растает, буквально одну минутку с перцем. Можно сразу, знаете, добавить вот что, томатную пасту, чайную ложечку, горка. Или столовая ложка без горки. Все это дело где-то 1-2 минутки. Вот так пусть тоже потомится. Перец, он же замороженный, немного дает жидкости. Поэтому овощи не сухие, как бы смягчаются потихонечку так на умеренном огне. Понадобится 2 литра горячей воды, либо бульона мясного, овощного. У меня вот что есть. Литр куриного бульона. Я сейчас его подогрею и литр воды из чайника. И будет хорошо. Если бульона мясного или овощного нет, суп готовим на обычной воде, горячей. Перчик смягчился, аромат идет прекрасный. Добавляю промытый булгур. Овощи попробовала, такие вкусные, сливочные от масла. Даже если на воде готовить, будет вкусный супчик с булгуром. Перемешаю, заодно сейчас сразу соли добавлю по вкусу, потом попробую уже. Бульончик у меня уже согрелся, заливаю, здесь литр, повторю. И сейчас водички добавлю, горячий уже литр. Можно, конечно, и холодной водой залить, тогда дольше будет готовиться суп. Потому что булгур готовится, если с горячей водой, 20-30 минут. А холодная вода пока закипит, поэтому дольше. Ну, вот так сделаю. Как вам удобнее, так, в принципе, и делайте. Да, солить надо еще. Сразу по вкусу добавляю соли еще. Под крышечку до готовности булгура. Огонь умеренный, около 30 минут, где-то так. 30 минуточек у меня вот так готовится. Видите, кипит не сильно, понемножку. Я уже попробовала булгур. Мягенький. Вкусно. Добавляю чеснок, 2-3 дольки. И зелень. У меня замороженная здесь петрушка с укропом смешанная, ложечки 2. Можно свежую зелень. Хоть сколько. Вот даже 3 добавлю. Вкусно будет. Все, сейчас минуточку перекипит и выключаю. Посмотрите, какая красота. Супчик густенький. А булгурчик еще немножечко разбухнет. Будет еще чуть-чуть погуще. Аромат чеснока пошел. Забыла лаврушку забросить. Один лавровый листик. Он молоденький. Все, 1 минута и выключаю. Супчик готов. Посмотрите. Кто-то любит погуще, кто-то более жидкий. Такая красота.
красота. Тра-та-та. Можно сметанки добавить, если хотите. Можно свежей зелени сверху покрошить. Да, пожалуйста, все что угодно. Булгурчик очень мягкий. Вкус овощей присутствует, перца болгарского. Без картошки, без всего. Классно. Присяду за стол, стою, разговариваю. Оторваться от супа не могу. Очень вкусный супчик из булгура получается. Несмотря на то, что здесь ни мяса нету, ни картофеля. Самодостаточный суп, потому что здесь овощи со сливочным маслом дают очень приятный аромат. И чесночок такой классный. Пробуйте. Для разнообразия очень вкусно. Думаю, многим понравится. Всем самого доброго, крепкого здоровья, мирного неба, всех благ. Пока.